Всем привет! Сегодня снял дополнение к видеоуроку «Смуглянка» к обучению. Не всем понятно, где делать переход в басах, когда играю припев. Но я покажу полностью, я буду играть очень медленно. Постараюсь так, чтобы вам было видно. Так. Ну вот, думаю, вам было видно. Если еще будут какие-то просьбы, пишите, пожалуйста, в контакт, в личные сообщения. Ну или в комментарии под видео. Ну все, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо за внимание, пока.